Он хочет лайкать здесь, но не может быть здесь. Он хочет трогать все, но не может потрогать ее. Наслаждаться не может, никто даже она не поможет. Никогда, никогда, никогда. Расстояние, интернет, провода. Почему тебе это достаточно? Не видеть, не слышать, загадочно. Не чувствовать и не видеть тела. Да разве это дело, разве это дело? Он хочет быть здесь, но не может быть здесь. Он хочет трогать все, но не может потрогать ее. Можно передать послание в кайф через почту, соцсеть или скайп. Что означает смайлик и пост? Понравилось и наводит мост. Что хочет смайлик его сказать? Что он хочет этим мне сказать?